Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре «Аргентина против Саудовской Аравии». Аргентина заняла второе место в отборочном цикле в Южной Америке, пропустив лишь на первое место сборную Бразилии. Ну а сборная Саудовской Аравии, заняв первые места во втором и третьем отборочном цикле азиатского отбора, вышли на групповую стадию чемпионата мира в Катаре. Ну и если обратиться к многим букмекерам, то у них фаворит на победу на чемпионате мира стоит, кстати, сборная Аргентины, которая не так давно выиграла Кубок Южной Америки, Копа Америки, также потом еще одержали победу в финалиссиме. Вот, это матч впервые был проведен между победителем чемпионата Европы, сборной Италии, и против победителя Копы Америки. Вот. Но, как мы видим, уже в первом тайме и первым автором забитого мяча стал игрок Саудовской Аравии. Вот так вот с углового. Отличная была подача на ближнюю, можно так сказать, потому что стоял уже во вратарской. И в дальний угол отлично получилось пробить. И голкипер оказался не у дел. Пропущенный гол Аргентины может действительно плохо сказаться на турнирном положении сборной из Южной Америки. Но вот так вот перед перерывом за 5 минут мы увидели отличный удар, но голкипер феерил. Мартинес отдает передачу и забивает игрок сборной Аргентины, делает счет 1-1. Если не ошибаюсь, то это Родриго де Пауль, игрок Атлетико Мадрид. Ну, главное, что, естественно, не бросили играть аргентинцы, им другого-то и не оставалось. Это не та команда, которая будет сидеть и отсиживаться в обороне, даже вот после одного пропущенного мяча, тем более после пропущенного мяча, команда побежала отыгрываться. Не получилось быстро, не получилось сразу, но счет 1-1 после первого тайма, и есть еще 45 минут, чтобы выйти вперед и взять 3 очка на старте чемпионата мира. С мячом Лучельса продвигается возле штрафной, уже сместился на угловой. Малина, пас на Лионеля Месси, и Месси забивает победный гол в этом матче. 80-я минута, вот здесь вот замечательно нам сняли вот этот повтор из-за билборда. Нам не видно празднования Лионеля Месси, но мы все понимаем, как он отпраздновал. Замечательный удар, подработка с левой ноги. И практически, ну вот, с лету пробил, мяч даже не коснулся земли. И сразу же правой нерабочей ногой капитан Лионеля Месси забивает. Вот с этого ракурса уже получше нам видно празднование Месси. На этом все. Победа Аргентины 2-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.